Ну что, друзья, в этом ролике вы увидите, как ребята из компании Conquest, ну или точнее, ребята, продающие продукцию под названием Conquest, уделали всех. Смотрите на их модель S16, которая снабжена дисплеем 6,3 дюйма, процессором Helio P90, оперативкой 8 гигабайт, накопитель на 256 гигабайт, основная камера 48 мегапикселей, ширик 16, камера измерения глубины в кадре 5 мегапикселей, фронталка на 16 мегапикселей, 6000-ный аккумулятор, быстрая зарядка Quick Charge, якобы, на самом деле Bump Express, но это не важно. Быстрая зарядка на 18 Вт, беспроводная зарядка на 10 Вт. Порт Type-C, 2G, 3G, 4G, Sony 582, это, кстати, которая 48 мегапикселей, NFC, OTG, рация, поддержка 3 или 4 систем навигации, магнитные зарядки, контакты для зарядки с подключением к Credo. Ну, NFC я, по-моему, уже говорил. Плюс он весь разборный, весь на болтах. Плюс у него динамик с мощностью 108, по-моему, децибелов. И же с ними. То есть вы посмотрите просто, какие навороты. И все за одну сумму. Но сумма, кстати, не маленькая. 500 с небольшим долларов. Но за эти 500 баксов вы получаете, между прочим, кстати, вспомнил, еще и инфракрасник. То есть есть пульт дистанционный, универсальный. Поддерживаются карточки до 2 терабайт. Соответственно, подключаем жесткие диски и так далее. Все это тоже будет работать. Размеры 17 на 81 на 1,5. То есть, в принципе, не очень-то он и большой, но, правда, не очень маленький. Вес чуть больше 300 грамм, тоже достаточно, поскольку там много элементов из железа. Там же есть датчик давления, он же барометр. Там же есть датчик ультрафиолета, то есть насколько вредное излучение. Они же дают и гарантию на год, как мы видим. А, 117 децибел динамик. Обалдеть. Камера на 1,8. Ай, господи. Вот где же они раньше-то были с таким аппаратом? Кстати, замечу, что в камере еще заявлена оптическая стабилизация. Будет ли она на самом деле, конечно, это вилами писано. Китайские товарищи иногда любят что-нибудь другое не так обозвать, потом их менеджеры перепутают, не так переведут, и пошла цепная реакция. Но если там будет оптическая стабилизация, ну, в аппарате-то защищенном от ударов, от воды и всего остального, это будет просто хит сезона, такого еще никто не делал. Напоминаю еще раз. А вот, больше 100, 110 децибел динамик, то есть это громко. Самолет, по-моему, 140, а это 110. Представляете, да, какая громкость? Ну и заряжается с помощью 18-ваттной быстрой зарядки всего за 2 часа. Банка 6 ампер. Нехило. Так, что еще у нас интересненькое? Ну, OTG. Это я уже говорил, можно подключать флешки, мышки, джойстики и так далее. Всякие эндоскопы и тому подобное. 3 цвета корпуса. Само собой, в корпусе применена резина. Не полностью, конечно, но довольно-таки много тут резины. Боковые накладки, программируемые кнопки и дизайн, отдаленно напоминающий один из аппаратов, который у меня уже был. Кстати, замечу, вспомнил, сканер отпечатка, само собой распознавание по лицу, и смотрите, какой большой расширенный комплект. То есть в комплекте вам и стаканчик, и проводная зарядка, и провод передачи данных, и чего только нету. Сравните со старыми моделями, получается, что тут наворотили всего, чего только можно. В старых моделях, как мы видим, P70 был в лучшем случае. Здесь процессор P90 от MediaTek. То есть один из последних медиатековских самых навороченных процессоров. Но за этим, наверное, пора прощаться. Напоминаю, сейчас на Али будет распродажа.
Все участвуем, все ждем. Если хотели что-то купить, это шанс купить подешевле. Всем спасибо, всем пока.